If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me alone. Сегодня 30 градусов жара. Вот, смотрите, плюс 30. Уже поздно. 6:13. И 30 градусов жара. Тяжело дышать. Я одела маску, сейчас сниму, потому что у нас кожа не опустила. Невозможно. Моряки, которые погибли во времена войны. Беллари и Джей Марина. Мы находимся в порту. Это памятник, который поставили погибшим в память погибшим морякам во времена войны. Вот это мост. Эти барки уже приготовились на ночную рыболовлю. Они все вечером уходят в море ловить рыбу. Все, весь ряд этот рабочие барки, которые ловят рыбу. Все, рабочий ряд, рабочие барки, которые ловят рыбу. Вот барка, которые ловят, как же это будет, коцы. Я не знаю, как на русском языке перевести. Но я вот вам даю рисунок, чтобы вы знали, что это такое. Не знаю, ни на украинском, как переводится, ни на русском. Коцы. Вот такие коцы. Они потом их продают в рестораны. И их там готовят лучшие повара итальянские. А вот и столики, накрытые в ресторане. Уже приготовились для вечерней трапезы. Все готово для вечерней трапезы. Видите, уже приготовили столики. Рыбный ресторан. Сейчас скажу, как называется. La Campara. La Campara. Вот идем еще. Продолжение этого ресторана. И столики даже стоят здесь. Вот цена этих коцов. Поставили на своей барке 2,50 килограмм. Сувенирчики, ракушки насобирал мальчик, продает. А там есть люди, кушают без масок. Жизнь нормальная.
этот мальчик продает сувениры, ракушки. Насобирал, насушил, отполировал. 2,50, рубль 50, рубль и 50 копеек маленькие. Здесь мы видим паром, который отходит на ту сторону, перевозит людей. Трагата, Барджей, Марина. Паром. Влюбленных много, я один на переправе. Все, пришвартовались, паром пришвартовался. А там желающих на этот берег нет никого. Сейчас, когда люди насобираются, он их перевезет на этот берег. Здесь тоже мальчики катаются на своем катере. Это приватный катер. Они просто вышли на прогулку. Прогуливаются. А вон там ребята, целая команда прыгают. Смотри, как прыгают. Прыгают с моста вниз. Все ребятки без мусок, без дистанции, развлекаются, потому что такая жара невыносимая, 30 градусов. И вот ребятки по этой лестнице поднимаются и потом прыгают вниз. Вот паром уже идет назад, на эту сторону. Паромщик едет без никого. Нету желающих на эту сторону. И паромщик едет сам. Сейчас пришвартуется. И будешь ждать на этой стороне. Там люди сидят, отдыхают. Здесь есть киоск, продает газеты, журналы. Газеты, журналы. И там всякие игрушки для детей, чтобы они игрались на море. Вот на эту сторону все гостиницы и рестораны. Гостиницы для отдыхающих, и по эту сторону пляж и рестораны. И там такой киоск, что продают такое необходимое. Вот здесь такая дорожка, которая ведет море. И здесь пляж. Пляж Белария и Джей Марина. Белария и Джей Марина. Это пляж. Здесь уже открыт курортный сезон и есть много туристов. Потому что этот пляж платный. Здесь уже все открыто для туристов. И приехали уже туристы. Вот эта дорога идет. Море, море, море. А там мы видим даже в самом конце маяк для
кораблей для барок. Вот такое. Рыбак ловит рыбу. Рыбачок. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, здесь русалка сидит. Ты на суше, я на море. Мы не встретимся никак. Смотрите, как красиво. Какой красивый. Здесь какая красивая панорама. Здесь камни. Камни, камни. Здесь камни. Там все тянется с пляж. Спиаджа. В открытое море. Смотрела, кто знает куда. И поскользнулась. И чуть-чуть я уже была бы в открытом море. Я не умею плавать. Может быть, меня кто-то и спас. Так, я сейчас эту маску заберу отсюда. Потому что здесь такой хороший морской воздух. А я в маске. Я там уже такой поезд повез туристов домой кушать.